Моногория – единственная в галактике кубическая планета, рельеф которой состоит из горных поверхностей. Эта планета покорилась лишь одной группе колонизаторов, но у них возникли разногласия о построении цивилизации. Они разделились на две группировки. Группировка гладиаторов захотела главенствовать на планете и загнала группировку валькирий в пещеры в горах. Шло время. Однажды, во время охоты, один из гладиаторов оступился и упал в глубокую щель. Его друг отправился на поиски, и то, что он увидел, поразило его. Его друга окружили валькирии. Они добыли живую воду из горного источника и напоили ей гладиатора. Она исцелила его. Так гладиаторы поняли, что в их дикой горной жизни недостает тепла и заботы. С тех пор они вместе пытаются уничтожить кубические углы раздора.